Дорожная сумка от компании Mabiba, модель 2. С виду это точно такая же сумка дорожная, как и первоначальный ее вариант. То есть по два кармана с одной стороны, здесь два кармашка на молнии с другой стороны. Но есть один нюанс. Это сумка-трансформер, то есть благодаря специальной молнии ее можно сделать шире. Вот эта молния. Молния здесь у нас подстегивается вот таким вот образом. И после того, как мы отстегнули эту молнию, делаем сумку шире. То есть трансформируем ее по ширине. Она у нас становится гораздо шире. На 13 сантиметров. То есть на 130 миллиметров она становится шире. В результате такой вот трансформации. То есть туда вмещается больше вещей. То есть первоначальный вариант у нас это 25 сантиметров. Теперь 25 плюс 13. Ну, там получается 38 сантиметров. В общем, 55 сантиметров в длину. Но внутри выглядит практически так же, как дорожная сумка первой модели. Здесь у нас днище из плотного ПВХ. Вот здесь вот кармашек для документов. Сюда документы кладем, папки. Здесь карманы на молнии. Один карман. Второй карман на молнии. И с противоположной стороны такой вот большой карман. Все, сумку застегиваем. С одной, с другой стороны. Лямки для переноса. Ну и если есть необходимость вернуть ее в прежнее положение. Вот у нас начало молнии. Таким образом берем, застегиваем, и сумка снова трансформируется в прежнее положение, как у дорожной сумки первой модели. Вот так вот выглядит эта сумочка, дорожная сумка модель 2. Вот такой небольшой компактный вид. Ну а после трансформации она, конечно же, становится достаточно широкой и очень вместительной. Дорожная сумка модель 2 от компании Mabiba.